Нам все равно придется туда возвращаться, так как не все дела мы там закончили. Так, ну а здесь у нас... Опа-опа. Очень много зомбарей. Справляемся с ними. Надеюсь, патронов на всех хватит. Так, ползет. Ребята. Так будет попроще. Добиваем. Здорово. Берем травку. Так, давайте откроем сейф. Код 2236 у нас. 2236. Отлично, взяли кислотные гранаты и карту полицейского участка. Тихо, спокойно. Взяли ключик. О, то есть не взяли, открыли дверь этим ключом, который взяли. Тикс. Утечка. Оп. Готов. Здорово. Любители выпрыгивать внезапно. Камень 6 дюймов с символом орел. Отлично. Так, у нас места нету. Сидит. Ой-ё. Как раз место освободилось. Что у нас? Патроны для пистолета. И все. Кажется, все. Как раз возьмем травку красную, смешаем. Возвращаемся обратно. Так, и мы пойдем, наверное, через... Так, давайте через верх. Наверное. Ну, давайте попробуем через верх, через библиотеку. Раз там сбросим то, что нам не нужно. Во-во-во. Короче, сейчас кусят. Вот так вам, ублюдки. Слепую. Яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все равно зажали. Отлично. Идем дальше. Все, ключ выбросили, еще место освободили. Такс. А, ну можно было взять арбалет. Ну ладно, давайте потом поменяем. Как раз пленочку посмотрим. Так, взяли пластид. Все, что мне нужно, чтобы расчистить завал, блокирующий проход, это детонатор. Так, нам нужно взять детонатор. Какой умный-то стоял, ждал своей очереди на раздачу. Держи. Ждем, пока он выйдет. А, засранец, а? Встал и стоит. Гуляет. Так. Неужели? Очнулся. Же. Опа. Патронов-то 0. Ну ладно. Детонатор. Взяли детонатор, смешиваем, получаем взрывчатку. С ее помощью можно легко расчистить завал. Так, а патронов у нас нет здесь нигде. Здесь тоже нигде ничего не лежит. Вот патроны. То гранатомет что-то мне тратить неохота. Так. Записка Леону. Леон Скотт Кеннеди. Поздравляем с переводом в отделение полиции Раккун-Сити. Мы рады вашему вступлению в наши ряды и надеемся на долгое плодотворное сотрудничество. Добро пожаловать на борт от всех сотрудников полиции Раккун-Сити. Так, открыли, но в принципе нам все равно надо другую-то возвращаться, пленку посмотреть. Вот. Сразу возьмем сейчас камешки. Итак, берем, наверное, гранатомет. Что у нас там можно? По-моему, красная какая-то где-то была, да? Да. Отлично. Один камень, второй камень, ну и арбалет. Самое главное, это что? Так, давайте посмотрим пленочку. Пленка Б. Фронтальная фотография портного Арукаса. Превратился в зомби в течение 2 часов. Это произошло до момента, когда он утратил контроль над собой. Субъект неоднократно жаловался на серьезные воспаления эпидермиса, кроме того, на чувство тошноты. Фотография Эрламбарта. Ну, а теперь идем расчищать завал. Так. Пойдем здесь. Там еще у нас лизун ползает, где камни вставлять надо, так что арбалет нам пригодится. Давайте сразу взорвем здесь. Так, надо к двери подойти. Отлично, бомба сработала на ура. Теперь пойдем. Ставим камни. Так. Выберем арбалет. Ах ты. Да чтоб тебя. Ну, в принципе, он нас не сильно покромсал. Я думал, будет хуже. Ставим камни. Один есть. И берем половинку камня. Так, символом животного, с частью животного. Ну, посмотрим, что здесь у нас. Извини. Я думал, что ты один из этих зомби. Вышив Айронс. Yes, that's me. А ты кто такой? Хотя, можешь не утруждать себя, потому что ты сдохнешь, как и все остальные. Это дочь мэра. Он попросил меня за ней присматривать. А у меня это не получилось. Какая жалость. Просто посмотри на нее. Она была настоящей красавицей. Даже кожа была воплощением идеала. Но скоро она превратится в зомби. Примерно через час. Должен же быть способ остановить их. Как у нас говорят. Или выстрелив ей в голову, или уничтожив ее полностью. Неужели вы думали, что это было моим хобби? Уже нет. Прошу вас. Хочу побыть один. Оставляем его наедине. Проверяем, идем в комнату. Следующую. Включим свет. Подожди. Отпусти меня! Дорогая, полегче, пожалуйста. Я-то не зомби. Теперь ты в безопасности. Меня зовут Клара, а тебя? Шерри. А ты знаешь, где твои родители? Они оба работали на химзаводе Амбреллы, который находится недалеко от города. На химическом заводе. Мне позвонила мама и сказала немедленно бежать в полицию, потому что оставаться дома было слишком опасно. Если смотреть на вещи трезво, мне кажется, что она права, но здесь тоже опасно. Тебе лучше пойти со мной. Но там что-то есть. Я не знаю, что это. Намного больше, чем любой зомби. И оно шло за мной. Что это было? Я вам говорила! Вот оно! Оно здесь! Шерри, подожди! Шерри снова улизнула от нас. Так, давайте почитаем. Дневник секретаря Б. 8 июня. Когда я сегодня прибиралась в кабинете шефа, он вдруг ворвался в дверь с покрасневшим от ярости лицом. Я проработала здесь всего 2 месяца, но это уже второй раз, когда я вижу его таким. В прошлый раз он так злился на меня, когда я подвинула ту статую. Только теперь он был зол еще больше. Мне даже показалось, что он был готов ударить меня. 15 июня. Мне наконец удалось выяснить, что все это время скрывал шеф. Если он узнает об этом, моя жизнь окажется в серьезной опасности. Но уже слишком поздно. Утро вечером мудренее. Откроем сундук, и там патроны. Все, возвращаемся обратно. Шеф? Так, шефа нету, как и нету трупа. Берем ключик. Читаем дневник. Дневник шефа. 23 сентября. Все кончено. Эти кретины из Амбрелла все-таки сделали это. Несмотря на все свои обещания, они уничтожили мой город. Скоро улицы заполнят зомби. Возможно, я стану одним из них. Если так случится, я убью всех в городе. 24 сентября. Согласно плану, мне удалось внести существенное замешательство в ряды полиции. Я постарался сделать так, чтобы никто не смог войти в город или выбраться из него. По крайней мере, живым. Я лично последил за тем, чтобы все возможные пути бегства из города были перекрыты. Несколько выживших еще пытаются спастись через нижние уровни, но уж я постараюсь, чтобы никто из них не смог выбраться. 26 сентября. Я передумал насчет выживших с нижних уровней. Я решил, что прикончу их сам. Меньше часа назад прикончил Эда выстрелом в спину. Я смотрел, как он бился в агонии на полу, в луже собственной крови. Выражение его лица было просто чудесным. Он умер, глядя на меня широко открытыми глазами. Это было упоительное зрелище. Интересно, жива ли еще дочка мэра? Я позволил ей сбежать, чтобы продлить удовольствие от охоты. Да я буду наслаждаться своим новым трофеем, навечно застывшая в позе, которую я сам ей выберу. Итак, сюда надо будет ставить нам камни с животными, но у нас еще не все собрано, так что идем. Да что ты застрял-то? Идем отсюда. Пока что. Так. Не туда. Итак, мы взяли ключ. И ключ этот у нас... черви. А черви у нас находятся... Так, не туда пошли. Ну ладно, давайте сбросим, раз уже здесь. Так. Ну, возьмем, наверное, базуку на всякий случай.